Мам, хотела тебя вот про этот цветок спросить. У тебя такой есть вот колоколец? Он у меня белый и голубой. Он сейчас опять тут что-то тля заедает. Ну, тут немножко я хоть реанимировала. У меня тут люпины отцвели, пионы, лилии. Ну, а тут у нас это, куда, где газ будет проходить. Вот смородиновые кусты, конечно, тут старые. Вот это непонятно, что тут за вишня растет. Ну, а так в целом еще домик стоит. Хвои нападало много. Такая соснища большущая. Яблоньку бы надо подрезать. Тут вот новая эта яблонька подрастает тоже. Антоновка, которая там возле забора расчистила. Тоже всю малинку эту дикую вырубила, можно сказать. А это вот сейчас чебушник цветет. Такой вот аж ветка наклонилась, но обрежу ее. Разрастается так сильно, а потом тут тени столько много создает. Ну, красиво пахнет жасминчиком.